Если помните, в фильме «Асса» главный герой со странным именем Бананан подарил девушке кассету и сказал: «Поставь ей эту кассету в магнитофон, когда тебе станет совсем плохо». После этого артист Говорухин зарезал Бананана. Ваня, это слишком грустное начало. Ну, ты еще конца не знаешь. Нет, но все-таки эта песня, когда ее поставила героиню Татьяна Друбич в магнитофон, она все-таки подняла ее настроение. Я думаю, что сейчас эта песня поднимет настроение и нашим участникам, и зрителям. Конечно, чем ближе к финалу, тем тяжелее. То есть это недосып постоянный и то, что постоянно уходят люди. Вот я сейчас опять пришла с утра и спрашиваю: а что у нас так мало? И мне говорят: а кто? Вот все собрались. То есть мне очень тяжело привыкнуть к тому, что народу становится все меньше и меньше. Маша Зайцева, песня из кинофильма «Асса. Чудесная страна». Сверкает река, как сказка прекрасна, как сон глубока. И хочется ей до близнейшей луны достать золотистою пены волны. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер. Честно скажу, мне очень нравится, как вы сегодня выглядите. А что касается исполнения, мне очень понравилось, как вы выступали в прошлый раз, что сейчас, ну, на мой взгляд, значительно слабее. Вот я себя ловила на том, что все началось вроде бы нормально. И потом думаю, вот сейчас оно начнется, вот сейчас оно пойдет, оно не пошло. Вы ее как-то грустновато спели, надо было какое-то развитие. Даже в двух куплетах можно это было сделать. Не доработали вы ее немножко. У вас такой замечательный хулиганский вид. А мне тоже показалось, что вам было немножечко сегодня грустновато. Но удачи вам, дерзайте. Мне кажется, что тебе нужно на сцене поменьше думать о том, как ты выглядишь, анализировать ситуацию и попытаться побольше передать эмоции в зрительный зал. Удачи. Спасибо. Как вот скажи, пожалуйста, Машка, ты собираешься становиться глупее? Вот все время жюри тебя просит об этом. Стать глупее? Ну да. Маша задумалась серьезно над этим вопросом. Как я подумаю. Глупее? Маш, я знаю одну рюмочную, там тебе все расскажут. Отлично. Скажи, у тебя, вот как мне показалось, песня из кинофильма «Асса». Костюм, нижняя часть, вот прям вот отсюда, из кинофильма «Табор уходит в небо», а вот то, что на голове, из кинофильма «Ленин в октябре». Специально ли это вот такое, как бы ты попытался захватить весь кинематограф, или это случайно? Ну, я попыталась все вместе совместить. Все вместе? Спасибо, Маша. Спасибо. Мы желаем тебе удачи. Спасибо.